Даже спортсменам с их крепким здоровьем необходима помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Единственный способ правильно завести защитный механизм организма и дать достойный отпор заболеванию – это вакцинация. Защитить от распространения COVID-19 себя и своих подопечных спортсменов, с которыми ты контактируешь практически каждый день – это долг любого наставника, считает спортивный директор футбольной команды «Крылья Советов» Сергей Корниленко. Вместе с супругой решил подать пример всему тренерскому составу и привился первым компонентом вакцины. Мы приняли с супругой решение, что нужно это сделать, чтобы обезопасить себя, своих близких, своих родных, своих детей, а также показать пример, что не надо этого бояться. Некоторые команды полностью всем целиком составом сделали вакцины. Поэтому, я думаю, мы пойдем таким же путем и в ближайшее время вместе с тренерским штабом и руководством клуба обсудим эти вопросы. Я думаю, что в ближайшее время мы тоже все сделаем вакцинацию. Желающих впервые привиться от COVID-19 по Самарской области становится все больше. На сегодняшний день более 660 тысяч человек получили первый компонент вакцины. Из них свыше 470 тысяч прошли и второй этап. Прививка, с помощью которой формируется иммунитет к новой коронавирусной инфекции, поможет сохранить здоровье, даже если придется встретиться с заболеванием. Привитый человек перенесет его в легкой форме и убережет себя от тяжелых последствий инфекции. Особенно важно успеть пройти вакцинацию именно летом. К осени начинаются сезоны ОРВИ, простудных заболеваний. Это необходимо сделать уже сейчас. Прививку, защитить себя и близких от простудных заболеваний, от вирусных инфекций. Поэтому это надо сделать в ближайшее время, до сентября. Помочь сформировать коллективный иммунитет против ковида в нашей области может любой человек в возрасте от 18 лет. Кабинеты работают не только в поликлиниках, но и в торговых центрах, например, в ТЦ «Аврора» в Самаре. Также работают и мобильные прививочные пункты. Они выезжают по графику к торговым центрам «Мега», «Амбар» и «Космопорт». Кроме того, по четвергам и пятницам с 11:00 до 15:00 вакцину можно получить в мобильном пункте рядом с Самарским цирком. Михаил Ермоленко, «События».